Здравствуйте, дорогие друзья, на связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру. Ну что ж, друзья, подошел к концу очередной месяц, сентябрь остался за кормой, и мы с вами будем подводить итоги конкурсов, которые у нас были в сентябре. Напоминаю, это конкурсы комментаторов, лучший комментатор, два победителя, и лентяйский любимый конкурс репоста ВКонтакте, где также будут два победителя. Ну что ж, время не тратим на болтовню и смотрим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кто же стал у нас победителями в месяце сентябре. Итак, напоминаю, первым делом мы с вами выявим двух победителей конкурса «Лучший комментатор». И место номер два, коммент, который мне понравился, оставил матрос под ником Cardman777, обучение фокусам с картами. Он оставил комментарий к видосику, к недавнему видосику, романтический фокус для влюбления девчушек. Итак, что же получает Cardman777? По сложившейся традиции мы подарим ему классическую проверенную колоду, которая называется Тальхо Фанбэк красного цвета. Уважаемый Cardman 777, я вас поздравляю, эта колода теперь ваша. Итак, следующий матрос, комментарий которого мне тоже понравился, это матрос под ником Николай Митрюков. Николай Митрюков и его коммент к моему видео по шулерству в покере «Техасский холдем». Итак, что же получает Николай? Николай получает у нас прикольную колодку, которая называется Bicycle Tragic Royalty. Классная колода. Она, конечно же, такая немножечко необычная, но думаю, что вам понравится. Мне лично понравилось, когда я делал на нее обзор. Итак, ну что ж, друзья, это были у нас лучшие комментаторы. Теперь давайте посмотрим, кто стал победителем конкурсов репостов. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, кто же стал победителем в нашем лентяйском конкурсе репостов ВКонтакте. Итак, напоминаю, на бочку у нас положены две колоды. Это Bicycle Stargazer и Bicycle Everyday Zombie. Что ж, давайте, как обычно, скопируем ссылочку на наш пост, который нужно было, да, поделиться, с которым надо было вступить в группу и так далее. Переходим в полюбившееся нам уже приложение Random, выбираем поделившиеся с друзьями, отмечаем только члены группы и вставляем ссылочку. Посмотрим, сколько победителей у нас будет. Ой, победителей, сколько участников у нас в этом месяце. Не густо. Всего лишь 581 матрос отважился. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, первым делом мы разыграем колоду Bicycle Everyday Zombie. Итак, к кому же она достанется? Мы кликнем «Узнать победителя» и... Па-бам! Это Андрей Гриневич. Андрей Гриневич, на всякий случай я еще разочек проверю, состоит ли Андрей Гриневич в нашей группе. Давайте посмотрим. Ой, не то. Да, Андрей Гриневич состоит, он из Беларуси. Уважаемый Андрей, я вас поздравляю, колода карт Bicycle Everyday Zombie отправляется к вам в город Ельск. Итак, Андрей Гриневич выиграл свою колоду, с этим мы его еще разочек поздравим, сами мы вернемся назад, отмотаем. И теперь мы разыграем колоду Bicycle Stargazer. Итак, кому же достается колода Bicycle Stargazer? Па-бам! Это Артемий Назаров. Артемий Назаров, давайте проверим, состоит ли Артемий в нашей группе. Да, Артемий состоит, он из России, из города Ульяновск. О, почти соседи. Итак, Артемий, я вас поздравляю. Так что колода Bicycle Stargazer теперь ваша. Ну что ж, друзья, давайте будем чествовать наших победителей. Ну что ж, друзья, давайте чествовать наших победителей. И это, как вы уже поняли, Артемий Назаров. Артемий Назаров, который получает колоду Bicycle Stargazer. Очень прикольная колода, обзор на нее готов, скоро будет. И это у нас Андрей Гриневич из Беларуси, который выиграл колоду Bicycle Everyday Zombie, которую я ему тоже с удовольствием вручаю. Обзорчик на эту колоду тоже готов, скоро будет на канале.
Ну что ж, друзья, вот они наши победители. Уважаемые победители, пишите мне в личку. Лучшие комментаторы пишите на Ютубе. Репостнувшие пишите ВКонтакте. Высылайте свои координаты, и карты будут вам отправлены. Ну а те, кто не выиграл, не расстраивайтесь, друзья. Месяц октябрь полностью в вашем распоряжении. Так что пользуйтесь моментом и выигрывайте себе новые колоды. Ну а на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока!